Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечают День почты. С профессиональным праздником сотрудников Люберецкого почтампа поздравил глава округа Владимир Ужицкий. На сегодняшний день на территории муниципалитета работает 26 почтовых отделений. В организации трудится более 400 человек. Скажу вам спасибо за ваши труды. Искренне вам желаю благополучия, достатка, насколько это возможно, достойного материального возражения, вы как-то об этом думаете. Ну и мы сегодня такие времена непростые, всем нам мира тоже очень важно. Каждое почтовое отделение городского округа Люберцы ежемесячно вручает жителям и принимает на отправку более 65 тысяч писем и около 55 тысяч посылок. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в прошлом году 6 помещений почтовой связи привели в соответствие с новым форматом категории «Стандарт».